Приветик, друзья, с вами Алина и канал Чего ТВ. Сегодняшнее видео мы решили сделать про баг, который связан с кнопкой пуск. Бывает такое, что нажимая на нее, она просто не запускается. А ведь из-за этой проблемы многие люди вообще не смогут работать с компьютером. Поэтому мы решили сделать все необходимое, чтобы это исправить. Итак, вот нажимаем на кнопку пуск, и она просто не запускается. А нажимаем правой кнопкой мыши, все работает. Вызываем строку выполнить. Прописываем команду regedit. Теперь переходим по следующему пути. HK Current User, ищем папку Software, далее Microsoft, Windows, Current Version, Explorer и папка Advanced. В ней мы создаем параметр DWORD 32 бита. Ими печатаем следующее. В описании под видео оно будет, можно просто скопировать. Если у вас есть данный параметр, вам просто необходимо открыть его и поменять значение на 0. Ну а теперь перезагружаем компьютер. Нажимаем клавиши Ctrl-Alt-Delete и в правом углу нажимаем на кнопку выключения. Выбираем перезагрузка. Если данный способ не помог, попробуйте воспользоваться программой. Ссылка на программу в описании. Пишите в комментариях, получилось у вас или нет. А также подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы мы видели, что мы не зря работаем. Пока-пока!